Рассекреченный на днях открытый Ferrari 812 GTS оказался модификацией Berlinetti 812 Superfast. На первый взгляд, здесь нет ничего удивительного, ведь производители постоянно выпускают суперкары с двумя вариантами кузовов. Однако Ferrari 812 — это топовая переднемоторная модель с атмосферным двигателем V12. И открытых машин с 12 цилиндрами Ferrari серийно не выпускала уже почти 50 лет, если не считать несколько спецверсий с ограниченным тиражом. Одна из главных характеристик дизайна 812 Superfast — это, конечно, силуэт, эффект фастбека, который был основой для всего стиля. Этому принципу мы остались верны и в работе над версией Spider, что стало возможным благодаря адаптации складной крыши. Если в старых моделях, таких как Daytona GTS, кабриолет получается отрезанием крыши и лишался характерного силуэта, то здесь принцип был совершенно иной. Интерьер остался неизменным, но вся задняя часть кузова переработана. Отсюда и прирост габаритной длины. Багажник ужался до 210 литров, чтобы вместить механизм двухсекционной жесткой крыши, которая складывается за 14 секунд на скорости до 45 км в час. Усиленный кузов потяжелел, что слегка отразилось на динамике. В разгоне до 200 км в час Spider проигрывает Berlinetti 0,4 секунды, но до первой сотни разница почти незаметна. Атмосферный двигатель V12 с непосредственным впрыском тоже не доработали. В паре с ним по-прежнему работает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Как и положено серийной модели, тираж Spider не ограничен, а продажи начнутся в ближайшие месяцы.